Анна Царева в детской школе искусств номер 2 преподает общее фортепиано, учит основу музыкальной журналистики, иногда выступает в качестве концертмейстера. Девушка работает только полгода, но уже пробует свои силы в различных творческих состязаниях. В феврале ей предстоит показать свое мастерство на городском конкурсе среди педагогов школ искусств. Анна будет исполнять этюд памяти Шопена, Эдварда Грига и сонату Дмитрия Кабалевского. Любого музыканта-исполнителя все-таки привлекают какие-то композиторы какими-то своими мгновениями души, наверное, которые они изливают в своих произведениях. Но мне просто очень близки эти композиторы, и я сопереживаю этой музыке, сочувствую и хочу преподнести это слушателям. Детскую школу искусств номер 2 будет представлять еще один молодой преподаватель Глеб Дементьев. В его программе русская народная песня в обработке и вальс Рональда Диенса. Их молодой человек исполнит на гитаре. Как и для любого гитариста, инструмент для Глеба – верный друг и помощник. Она удобная, то есть удобный гриф, на ней удобно играть, у нее прекрасный звук. Внешний вид тоже немаловажное значение играет. Все вот в ней сошлось. Вместе с Глебом и Анной в этот вечер на сцену вышли их коллеги, которые тоже принимают участие в конкурсе педагогов. В этом году детская школа искусств номер 2 решила сначала презентовать конкурсную программу ученикам, чтобы они ближе познакомились со сложными классическими произведениями. И наши учителя готовятся к этому конкурсу. Они подготовили хорошие, серьезные, содержательные программы, в которых есть и зарубежная классика, и музыка композиторов 20 века, русских и зарубежных. И мы эту программу захотели представить нашим детям, чтобы они порадовались вместе с нами мастерству их преподавателей и общению с музыкой, с живой музыкой. Городской конкурс среди педагогов школ искусств пройдет 14 февраля. В нем, помимо преподавателя ДШИ номер 2, выступят исполнители из детской музыкальной школы имени Балакирева и детской школы искусств. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.